Сотрудники полиции и прокуратуры Волгодонска приостановили деятельность так называемого лотерейного павильона, недавно обосновавшегося в районе рынка «Авангард». О случае нарушения закона в игорном бизнесе в Российской Федерации нам сообщили телезрители, позвонившие в редакцию. Мы же, в свою очередь, передали эти данные в прокуратуру Волгодонска для проверки. Надо сказать, что компетентные органы сработали оперативно, и в результате уже в пятницу оборудование для испытания везения граждан было конфисковано, а его владелец может быть привлечен к административной ответственности. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что индивидуальным предпринимателем Матвеевым Олегом Юрьевичем установлен на территории, прилегающей к рынку «Авангард», расположенного по улице Маршала Кашевого, 18, терминал. Так скажем, удалось доказать игру, в результате чего впоследствии сотрудниками полиции данный терминал был изъят, а прокуратура города в настоящее время решается вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к установленной законом административной ответственности. Стоит отметить, что индивидуальный предприниматель, который установил павильон, в своих объяснениях называет деятельность, которой он занимался, организацией лотерей, а никак не игрой. В любом случае, окончательную точку в этом вопросе поставит арбитражный суд, куда в ближайшее время и будут переданы материалы по данной проверке. Я рекомендую всем жителям нашего города в случае установления фактов игорной деятельности не терять свою гражданскую бдительность и без стеснения обращаться в прокуратуру города, которая расположена по адресу проспект Строителей 3, по телефону 25 70 77. Также можно прийти на прием к любому помощнику и сообщить о случившемся и об увиденном.